Серьезно, зачем покупать кран из страны посреди пустыни? Так я не знаю, что там собрался вешать, но это не выдержит точно. Я Гарри Фолкнер, и я ваш мастер на все руки. Гарри Фолкнер. Марти Митчелл, я тебе в школе стихи писал. Я целыми днями строчил и строчил. Это мерзко, но дерзко. Правительство, клоуны. Они провалили операцию по захвату Бен Ладена. Привет, Гарри. Да. Бог? У меня много имен, Гарри. У меня есть к тебе одна просьба, Гарри. Просьба? Ты должен отправиться в Пакистан и поймать Усаму Бен Ладена. Прошу тебя. Ты меня понял? А то. Но план есть. Купить лодку, доплыть до Пакистана, поймать Усаму Бен Ладена, вернуться в Америку, отдать его под суд. Ты хоть умеешь ходить под парусом? Марси! Если сидеть и думать, никогда ничего не сделается. А я все еще плыву. Это Пакистан? Да, сеньор. Знаешь, что я теперь придумал? Я все поменяю. Полечу в Пакистан на дельтаплане. Но это же так опасно. Я еду в Пакистан, чтобы поймать Усаму Бен Ладена. Мне Господь Бог приказал. Я смогу незаметно просочиться туда, куда не попасть другим. Здравствуйте. Черт. Американский самурай, который носится по трущобам Исламабада. И кто он такой? Настоящее имя Гарри Фолкнер. Он появился из ниоткуда. Ищет здесь Усаму Бен Ладена. Ты даже не знаешь, куда направляешься. Не помогаешь мне, а сам всезнающий. Я каждую твою мысль знаю наперед. И могу тебе сказать, что половина твоих мыслей просто галиматья. Но у тебя же миссия от Бога. А вот и я. Как я туда вписываюсь, а? Я знаю, что ты хочешь остепениться. Это священный поход. Священные походы – это очень сложно. Знаете что? Вы лучше работайте, найдите его, тащите его сюда. Мы его нейтрализуем. Ты хоть чего-нибудь боишься? Во-первых, Бог всемилостив и защищает своих воинов. А во-вторых, я забыл.